Национальный антитеррористический комитет, НАК, заявил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, пояснили в НАК. Сейчас на месте происшествия оперативные службы устанавливают обстоятельства взрыва. Ранее стало известно, что автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено из-за пожара. На место прибыли оперативные службы. Локомотив с частью вагонов успели вывести на станцию Керчь. Уже начаты аварийные работы. При этом судоходство в Керченском проливе не останавливалось.